Досав России. СССР. А, это эти. Учебный центр, что ли, какой-то. Эти. Автомобилисты. Ездят. У них праздник, может быть. День какого-нибудь этого. Учителя Досафа. Катается с флагами. Смотрите, как деревья обрезали. Интересно. Чего их так посрезали-то? А, провода, да, чтобы проводам да, не мешали. Кажется, из-за проводов, то, что они высокие, очень старые, и при сильном ветре могут обломаться и повредить провода. Ой, нам тоже надо это деревья побелить. Только которые взрослые, вот эти деревья старые. Наверное, молодые-то, молодой сад там что белить-то, их не надо еще трогать. Да нет, конечно. Еще их рано трогать, вот белят, видите? Тоже надо заняться этим. Дороги делают, все делают. О, смотри, здесь что-то разгромили. Что это? А сюда бетонки привезли, скорее всего, что-то заливать будут. Либо площадку, может, какую-нибудь будут заливать, типа парковки. Там чисто в этой стороне? Нет, грязно, Жигули. Сейчас Жигули проверят. Жигули грязная, да? Все, чисто. Чище нас! Ой, а мы ездили в одну станицу за 50 км. И это... Профлист брали. Да? Не хватает профлиста. Не, нам его хватает, но мы же чуть дальше хотим добавить продлить. Немножко просто. Да, чтобы грядки там помещались, все, что там не задувало. Снизу, как полагается, и сетка, и все будет у нас. Вот. И расскажи историю, что тебе рассказали. Короче, мужик говорит, что вчера прям по трассе ехал. И этот тоже мужик на шестерке, на Жигулях, вез в прицепе трех свиней. И как-то они у него выпали. Вот, ну, выпали, там на дорогу перебили, говорит, то ли, говорит, их машины там сбило, то ли что, говорит, они такие еще в конвульсиях бились, живые. Вот, когда приехали там гайцы. И этот. Вот как можно, говорит, 300 килограмм, говорит, у тебя, можно сказать, выпало из прицепа на Жигулях, и ты даже не почувствовал и уехал дальше. Вот, он уехал дальше, вечером только он объявился. И он хотел, говорит, ну, подошел к ментам, говорит, давайте, говорит, я заберу, говорит, это, пока, говорит, хоть живые, хоть мясо будет там, потому что потом, если они сдохнут, уже все. Вот. Ну, гаишники говорят, что, ну, вдруг окажется он местный житель, потом проблемы будут, лучше не связывайся. Ну, говорит, я так подумал и не стал связываться там. Отправили потом этих свиней на мясокомбинат или на утилизацию, ну короче, куда, на какой-то комбинат с мясом связанный. Это нормально, вот 300 килограмм потерять, это сколько денег-то, а? И не почувствовать, да, как они там выпали? Да, не почувствовать. Все равно, мне кажется, вот даже мы сейчас прицеп везем, и это ощущаю, вот как вот Рушан едет, да, это чувствуется, как будто что-то тянешь за собой. Нет, а когда без прицепа, нет, легче когда... машина идет. Нет, а это просто я так еду. Да? Мы это не чувствуем, да, профлиста не так много. И это вот когда мы доски везли с Тихорецкого, эти длинные, вот тогда, да, чувствовалось, потому что машина уж кидала вот так. А такой нет, ну 300 килограмм, это, блин, потерял. Это дофига. Ну да, вот обидно, конечно, жалко мужика, то что, может быть, раз из бюджета вот так, из кармана. Кормил, он, наверное, ехал там сдать куда-нибудь, либо продать. Вот, бах. Ну, он к вечеру только очухался и приехал. Ну, наверное, далеко ехал. Потом пока доехал, потом бах, в прицеп глянул, одна пусто. Не, ну мы же все равно вот едем, да, ты мне говоришь, поглядывай за профлистом, но если в свиньи везли, тем более надо поглядывать, что ты там везешь. Водители разные бывают. Да? Может, он музыку врубил и едет там, думает, все в порядке. Угу. Обычно, вот, кстати, вот это минус, вот я не понимаю людей, когда вот едешь ты в машине и врубаешь громко музыку, что ты не слышишь дорогу там. Я вот, меня... Ну, что-то сигналит. Да, вот мне, допустим, некомфортно. Мне обязательно надо, чтобы я слышал. Потому что машина где-то может там загреметь, там что-нибудь такое, да, у тебя там отвалилось или там что-нибудь. А ты, может, опа... у тебя что-то там открылось или отваливается, тебе там сигналит, а ты едешь и не слышишь. Да, и не слышишь. Ты, главное, музыку врубил и все. Ну... Я один раз тоже так же ехала по России, и у меня молдинг на машине оторвался. Хорошо, у меня музыка не играла в этот момент. Я сейчас слышу, что-то у меня стучит по дверям, стучит и стучит, не могу понять.
И потом останавливаюсь, а у меня молдинг, три болта улетело и на одном болте держится. Вот этот болт бы, если отвалился, я вот так вот потеряла с музыкой бы дальше ехала. Все, молдинг бы у меня ушел бы, потеряла бы. Угу. Все-таки на дороге надо быть внимательным и следить, и что происходит. Так что, оказывается, каких только историй не бывает. Ну да, со свиньей, конечно, я такое не ожидал. Не, у нас, помнишь, здесь Коля, по-моему, рассказывал, свинья выбежала на лед, провалилась, утонула. А, это тоже вырвалось из сарая, говорит, такое бывает, говорит, какой-то свинюшник не строй, говорит, она может вырваться там. Ты петли делаешь, а что там, 150 килограмм, она бах, в дверь дала, блин, и вырвала все. Говорит, вырвала, говорит, и побежала, говорит, ее это, ну, начали там пытаться поймать, а она к реке, а там лед был. Ну, еще не такой сильный был. И вот она выбежала, бах, и провалилась, и все. Ее и не вытащить оттуда. Не вытащить? А как ты к ней подлезешь? Угу. Сам провалишься. Ой, чего так не бывает? Хорошо у нас без приключений. Скучно. А, без приключений точно. А помните, у нас Нюшка с Няшкой выбежали? Сперва Нюша выбежала. Мы ее ловили по двору. А потом они обе выскочили. Вот это весело уже. Гоняли, они там бегали. Да, было весело. Ну что, приключения хорошие. Должны быть приключения такие, заканчиваться, чтобы хорошо не закончились. Да. С добрым смехом. Концом, да. Радостью, а не так, что, допустим, у тебя приключения, а потом, блин, ты сидишь это. И думаешь, где же это расхлебать теперь, это приключение. А мы приехали к Дереку. Прости. Вас там бьет, значит, соскучился. Ты мой зайка. Привет. Ты не соскучился, а рад. Пойдем? Пойдем кушать? Пойдем? Пойдем? Пойдем кушать? Пойдем? Дерюш, иди сюда, давай, вставай. Пойдем, давай, давай, не ленись. Иди ко мне. Дерюш, пойдем кушать, пойдем кушать. Лежит, хвостом виляет. Пойдем кушать. Дерюшечка, пойдем. Облизывается. Ты не можешь встать. Пойдем кушать, мальчик. Пойдем. Иди сюда. Иди. Деречка. Пойдем кушать. Пойдем. Дядя, ты такой хороший. А кто такой хорошенький? А кто такой красивый? Хорошенький. Разделили. Дерек лезет туда к нему. Кто там, Дерюша? Кто там? А, Дерек, ничего понять не может. Кто там? Кто там, Дерюш? Деречка, кто там? Кто там прыгает? О, счастье такое. Ха-ха. Водичку пьет хорошо. Уже полдня прошло, да, он не ест. Сейчас попыталась покормить. Так, пилотик, нельзя. Ты ему покой не дашь. Ничего страшного, посидишь там. Ничего, и тебе внимание уделяем. Ничего. Никто еще от этого не умирал. Потерпи чуточку. Сейчас к тебе приду играть. Дерек, как царь. На, мяско. Давай, ну только что съел. Давай, ты только что съел. На, фрикадельку. На. Давай, Дерюшечка. Давай, на, мой зайчик. А тот орёт, он его отвлекает сейчас. Ладно. Перенесла сегодня утром рассаду. Здесь вот окна. Почитала комментарии ваши. Вы написали, что темно. Вот я быстренько взяла сегодня утречком. И все перенесла. Полила. Такую штуку себе классную купила. Поливать рассаду. Потом покажу уже позже. Сейчас немного занята. Пойду дальше работать. А попозже уже покажу. Потому что, как говорится, пока светло, нужно быстрее работать. А стемнее там уже можно и показать какой-нибудь обзорчик. Да и дождь обещают через час, что у нас дождь пойдет. Так что вот такая вот красота, нормально. Стоит здесь на столе рассада.
Ну, это не вся, конечно. Еще бы такой стол один поставить. Что я сейчас хочу еще помидорки посеять. Потом покажу уже. Взяли вчера с Кантимай помидоры. Покажу уже, какие помидорки взяли. Она посоветовала. Ну, ничего так. Он мокрый, видите, стаканчик. Кстати, говорят, что вот эти стаканчики, у них рассада не очень. У меня есть вот такие вот пластиковые стаканчики. Всем привет! Вчера было плюс 24, сегодня уже плюс 11, завтра плюс 6. Я постирала свои куртки рабочие. Одна, где-то там она вторая висит. Все, я осталась раздета. Все, Дереку постелила. Сперва на стуле я сделала. Нельзя, пацаны. Сделал такую сидушку. Ну, как Кристина попросила, говорит, он постоянно наверху, чтобы пилотик не доставал. Пилотик его в итоге достает и попыталась выпустить. Пилотика достает. Так что толку нету. Вот. Спустила его вниз. Он попросился сам вниз. Чуточку поел. И это... Постелила ему две подушечки там. Специальные такие. Которыми мы не пользуемся. Они у нас как сидушки под попки были, под жопки, не знаю как. Это... Так мне и спокойнее будет, я бы все равно его спустила, потому что не дай бог он бы начал сазить и свалился бы. Пошли картошку сажать. Холодно, похолодало прям, но обещаю дождь к вечеру. Сейчас будем сажать картошку. У нас осталось 4 ящика. Соседи сегодня уже последние, как говорится, всю посадили. На 3 дня все растягивают удовольствие. И нам тоже сегодня мы хотим последнее уже. Мы уже подготавливаемся, так что в путь. Должны успеть, да, Руш? Пока, хотел сказать, снега нет. Такое ощущение, что снег пойдет. И мне пришлось раздетой выйти. Успеем. Да. Куртки-то постирала, блин. Больше у меня ничего здесь нет. Уже и здесь обновила свой танцпол, да? Няша, Нюша, я вас уже там всех перепутала, кто где есть, а? Уже и здесь колбасень наложила, ну сухо у нее там. Опилками лучше, по-моему, что ли? По суше получается, с опилками-то. Я все-таки решила пойти одеться. О, хвостик крючком. Ты деловая колбаса. Хорошо. Ветер такой. Надо еще что-нибудь придумать, одеться все-таки. Я здесь уже стирку. Уже 2 стирки сделала сегодня. Так, это мы взяли в Леруа Мерлен. Покупали, когда ездили Кристину отвозить. Сегодня как не могу вам показать. Здесь вот такой вот автополив для цветов. Его можно вообще по-разному использовать. Вот, видите, можно вот таким образом использовать, а можно просто налить и поливать, как грушей. Что такое груша? Так, с этой штукой разобрались, я потом покажу еще, как ее можно поливать. Потом взяла такую мочалку. Мочалка Пенка. Сейчас я ее открою. Доктор Баня. Дырик, ну покушай, пожалуйста, Дырюш. Ну поешь, солнышко. Все уже ноги не держат. Поешь. Дырюшечка. А кушать кто будет, а, зубастик ты мой? Кто кушать будет? Покушаем, давай покушаем. Давай, я тебе помогу, давай. Давай, смотри. Ой, смотри, мяско.
Мяско. Да. Мяско. Держи. Дерек. Дерек. Вот такая вот вихотка. Смотрите, какая длинная. Спинку потеребит, вообще класс. Но она, конечно, много не натрет, больше погладит. Но все же тоже приятно. И распускаться, надеюсь, не будет. Потому что вот кто знает, такие вот кругленькие берешь. Вроде бы такая хорошая, я брала ее магнит косметика. Она у меня все распускается. Я уже замучилась ее завязывать. А здесь вот такая, здесь тоже мягенькая. И ходочка 100 рублей стоит. Только синенькие были. Ну, красивый цвет, голубой такой. Передается бирюзовый, да, цвет. Я не знаю, вот мне сейчас бирюзовый, там уже монтировать буду, там уже гляну. Так она голубая. Ай, дальше томаты взяли. Вот такие томаты. Ранний, низкорослый, аппетитные салатные плоды. Потом дыньку золотистая и дыня вот такая вот нежнейшая экзотика. Такие вот дыньки взяли. Щавель. В том году я щавель сажала, что-то у меня вообще он не вышел. И свеклу взяла столовую. Бордовый деликатес. Лучший сорт для борщевой и... для борщей и свекольников. Отлично хранится. Вот такая вот свекла. Ну, посмотрим, как хранится. Вот, хочу заняться томатом. Буду заниматься. Надо будет высадить. Ой, семян-то как кот наплакал. Что там, они вообще есть? Нет. Сейчас покажу принцип этой груши. Налила теплую воду. И вот так вот просто поливаем. Вот с ней что хорошо, она достает далеко, видите? Опа. Далеко достала все. Ну вообще она втыкается. Сейчас вот я пролью здесь немного. Я уже поливала, в принципе, рассаду. Это просто вам показать. У нас, кстати, на улице прошел дождь. Хороший такой дождик. Сейчас пролью здесь. Немного. Освободила. Она берется, просто набирается водой, затыкается вот это вот отверстие, дырочка, да, вот так вот пальцем, переворачивается, подносится к растению, я просто двумя руками не могу показывать, и втыкается. Все это, чтобы постоянно земля была влажная, вот ее так используют, и ну, как груша для полива, просто я увидела знакомую, у нее просто груша, и она поливает, говорит, очень удобно, и вот это вот я тоже стала поливать, очень удобно поливать. Такая вот штука с носиком. Ну, удобная. Интересно такое, знаете, ее не поставишь, она падает. Видите, заваливается. Вот здесь было бы дно такое плоское, чтобы она могла еще стоять. Дождь не дает работать. Хотели сегодня еще свеклу посадить. Но, увы, не дает работать дождь. Прям такой дождь сильный сперва пошел, а сейчас моросит. То моросит, то успокаивается. Хорошее место, да, нашел? Ну да. И с хорошей игрушкой. Мы плинтус разобрали. Да? Пилотик. Пилотик, у тебя это что? Вот это что? Это что такое? Давай поиграем. Зачем мы плинтус-то разбираем, а? Мы просто сейчас поедем уже туда, в дом. С Дериком надо погулять. А пилотик у нас остается здесь один. За главного. Угу. Просто если мы туда его возьмем, он просто спать никому не даст. Он будет орать криком, прыгать везде, а за стенкой соседей. Там еще и ребенок маленький у соседей. Да даже не важно, если ребенок, не ребенок, все равно надо как-то считаться. А он будет кричать. Лаять и все подобное. Поэтому да и плюс там... еще новое место, он начнет это метить. А у нас там, да, а у нас там такой ураган на улице, все летает.